Перекупы взяли у перекупа. Продается даже вот такое говно. Взяли очень большой один заказ на 10 миллионов рублей. Друзья, снова всем привет. Сегодня коротко о том, какие же бизнес-идеи живые в 2023 году и на чем можно заработать деньги. Погнали. Друзья, ну в первую очередь хотелось бы обратить внимание на бизнес-идею, связанную с перепродажей колесных дисков, колес, шин, в том числе можно даже продавать грузовые шины. И этой бизнес-идее на нашем канале посвящен целый плейлист и несколько роликов о том, как я рассказываю, как, что, чего, почем, очень подробно, очень детально, со всеми тонкостями и нюансами, какие встречаются проблемы и как можно не попасть с этой бизнес-идеей. Друзья, ну я думаю, вы понимаете, если я сейчас уже опять начинаю этим заниматься, то я думаю, это говорит о том, что в моем понимании этот бизнес приносит деньги. Да, и кстати, у нас сейчас всего лишь 2 комплекта, утром было 3 комплекта, забрали 16 диски. Честно, пока что не успеваем закупать диски для продажи, то есть их очень быстро раскупают, то есть мы не успеваем накопить объем для того, чтобы содержать на складе какое-то количество изделий. Друзья, ну пока снимал ролик, зашел, как обычно, посмотреть, появилось что-нибудь новенькое и увидел сразу хорошие зимние колеса, BMW-шные колеса, 17-е, ну, с нормальным протектором для Краснодара подойдет. Друзья, в чем прикол? Покупать колеса на зимней резине в середине марта, когда зима только закончилась, снега только потаяли. А прикол в том, что за 13 тысяч я их сейчас разбортирую, продам диски за 13 тысяч, а зимнюю резину оставлю в качестве дивидендов на ближайший сезон. Так, ну все, забрали мы колеса и погнали на склад. Вот BMW-шные 17-й, 235, 55, 4 колеса. Зимка с более-менее протектором живым. А тут человек оказался такой же, как и мы. Тоже берет колеса, перепродает. В общем, перекупы взяли у перекупа. Ну, такие дела бывают. Так, ну что ж, теперь фотографируем наши колесики. Вчера в 9.00 купили эти колеса за 9 тысяч. Сегодня 10.10 продали за 13.60. Загрузил. Все, 4 колеса. Отдали. Друзья, вы, наверное, будете смеяться, но весь интерес этой бизнес-идеи заключается в том, что продается даже вот такое говно. Вот даже такое говно продается, и на таком говне можно зарабатывать деньги. А почему? А потому что людям нужно подешевле. Друзья, ну и кто бы что ни говорил, в 2023 году лично я делаю ставки на криптовалюту, так как, по моему субъективному мнению, стоимость биткоина достигла дна и сейчас медленно пойдет в рост. И именно сейчас я считаю мое личное субъективное мнение, которое может не совпадать с мнением многих. И очень многие писали: Юра, ты что, дурак? Какой нафиг майнинг? Ты что, совсем с дуба рухнул? Я считаю, что этим сейчас нужно заниматься, тем более заниматься даже в том ключе, как мы занимаемся с нашими одними из наших подписчиков, а именно 13 человек в нашем майнинг-клубе. Мы раз, два, три, четыре балалайки купили совместно, разместили у меня и зарабатываем деньги. Вот так. Друзья, и как вы помните, на нашем канале уже 40 плюс бизнес-идей. Неважно, какую из бизнес-идей присмотрели для себя именно вы. И как раз для тех, кто только планирует или уже ведет свой бизнес, у меня есть для вас отличный подарок от Тинькофф Бизнес. Полгода бесплатного обслуживания для расчетного счета. И еще открытие счета. Это доступ к открытому количеству сервисов для твоего бизнеса. Бесплатная онлайн-бухгалтерия. Торговый и интернет-эквайринг. Кредиты на развитие бизнеса и многое другое. Регистрация ИП или ООО бесплатно. А для начинающего бизнеса даже не нужно посещать налоговую. Тинькофф сделает все за вас дистанционно. Бесплатное обслуживание бизнес-карты МИР. Выгодные тарифы для обслуживания счета и индивидуальные условия для действующего бизнеса. Любое количество рублевых и валютных счетов бесплатно. А переводы международным партнерам в юанях от 0,1%.
Инкассация и самоинкассация в любое удобное для вас время. Вывод наличных без комиссий до 1 миллиона рублей. Персональный менеджер, свой человек в банке, быстро решает вопросы в чате или по телефону. Друзья, переходите по ссылке в описании, используйте промокод и получите в подарок полгода бесплатного обслуживания своего счета. Торопитесь, если еще не открыли расчетный счет для бизнеса в Тинькофф. Друзья, ну еще один очень большой плюс от майнинга – это бесплатное отопление зимой. Бесплатное отопление складских помещений. На самом деле, этой зимой это и было, только бесплатное отопление. Ребят, ну одна из самых прибыльных бизнес-идей на моем канале – это, конечно же, мебель. Я не перестаю ей заниматься. И как я показывал в роликах ранее, взяли очень большой один заказ на 10 миллионов рублей. И сейчас уже все готово к отгрузке этого заказа. И остается буквально последнее изделие из вот этого нарезанного материала. Нам нужно изготовить 90 бокс-спрингов. Друзья, это будет пятая фура, которую мы отгружаем на объект, на 10-миллионный заказ, на объект. Четвертая фура пойдет с креслами. Здесь их, по-моему, около 40. Друзья, ну здесь вы можете видеть остатки от общего объема 90 кресел. Здесь вторая половина, 45 кресел, которые в данный момент уже мы собираем. Приступили к сборке. Остается буквально 3 дня. Докомплектуем, дособираем, загружаем фуру и поехали. Если кому-то интересно, 90 кресел делают объем, грязный объем. Если посчитать конкретно кресло, это 65 кубов. А если это говорить в кубатуре фуры, то это будет реально битком под потолок забитая полная фура, которую нужно буквально на днях отвезти к заказчику. Друзья, ну и конечно же этой бизнес-идеей, бизнес на производстве мебели может заниматься далеко не каждый, и далеко не каждый будет думать в эту сторону о том, как бы им заниматься, несмотря на то, что это самая прибыльная бизнес-идея, и в принципе со всего этого я построил весь свой бизнес на всех остальных идеях, то есть это статья дохода, благодаря которой можно тратить деньги на какие-то другие бизнес-идеи, но тем не менее я этим занимаюсь, и вы, те, кто смотрите наш канал, знаете уже давно о том, что это моя основная бизнес-идея, и в 2023 году она, конечно же, будет качать. Очень часто в комментариях под нашими роликами люди пишут: Юра, подскажи, чем заниматься? Есть подвал, есть магазин, есть 200 тысяч, есть то, есть все, есть газель, 5-10. Подскажи, чем заняться? И, собственно, одна из наших бизнес-идей – это бизнес на производство сыровяльного мяса, благодаря которому очень многие из вас пришли на этот канал. На сегодняшний день имеет огромную конкурентность, огромное количество желающих заработать на этом бизнесе. Наверняка не без наших усилий, поэтому на сегодняшний день все, что осталось от нашего мясного бизнеса, от нашей бизнес-идеи мясной, это вот этот вот баннер на стене. Друзья, в одном из следующих роликов я хотел бы вам рассказать об одной очень простой бизнес-идее, абсолютно легальной, которой может заниматься абсолютно каждый человек. Я ее называю эту бизнес-идею, бизнес-идея 2023. Бизнес на том, что вы сможете стать владельцем мультивалютной карты. В данном случае это карта Казахстана. Она оформлена в Республике Казахстан. Мне она, скажем так, сюда доставлена. Она именная, оформлена на меня согласно всем требованиям, нормам законодательства обеих стран. И Казахстана, и России. И для чего и как ее можно использовать, как на ней можно заработать, это информация будет в одном из следующих роликов. Если, конечно, вы проявите интерес, поставите лайк под этим роликом, подпишитесь на канал и скажете, может быть, какое-то предположение о том, что бы это могло быть и как на этом можно заработать.